Сзади три акулы! Чё, куда смотри? Быстрее так? Поворачивайся! Вот, прими, вон, ты прямо плыви! А, вижу, пятно, да. Ныряй! Там три сразу к тебе плывет! Сегодня мы говорим до свидания в водной вилле, нашей шикарной водной вилле, и переезжаем в другую виллу, которая будет прямо на пляже. Да? Вика, наверное, уже соскучилась по песочку. Прямо на пляже? Что? Прямо на пляже, да. Прям нельзя так долго-долго-долго идти? Ну, нам сказали, что прямо на пляже будет, да? Да, но зато есть плюс в пляжном номере. Знаешь, какой? Какой? Там можно будет снимать челленджи. Класс! Песчаные челленджи. Я уже соскучилась. По челленджам. О, пляж! Сейчас мы доедем и обязательно сделаем рум-тур, покажем, что за вилла пляжная. Ну что, добро пожаловать в нашу новую виллу под номером 333. Номер какой, смотри. Lucky number. Ну как, Вика? Вау, смотри-ка. Какая красота. Сердечко. Сердечко, как встречают здесь. Блёстки здесь самое место. Супер, да. Сан-Сиамбру и Руфуши. Что, а там? Ещё какая-то дверька. Ой, это дверька. Это, наверное, шкаф. И? Нет, это выход на террасу, наверное. Да. Во двор, второй выход. А где? А мы потом откроем. Где ванная комната? Не знаю. Ванная, может быть, она на улице? Здесь... А, здесь... Ой, все-таки. Вика, осторожней. А, это и есть ванная комната? Она что, на улице? Под открытым небом? Это стоит отдельного внимания. Вот это да. Я не знаю, я думал, номер будет похуже, чем водная вилла, но я смотрю, здесь очень круто. Класс. Да? Вика, посмотри, уже балдеет. Вика уже на качельках. Вика, душ можно принимать на улице, смотри. Здесь можно даже все вместе. Можно загорать и мыться. Но. Мыться и загорать. Как здорово. Здесь две раковины, не знаю. Я лучшего номера еще не видел, да, мама? Класс. Да? Что-то нереальное. Как спа. Круто. И здесь большой душ, и там душ, и здесь душ. Ну, здесь туалет. Пойдемте посмотрим. Здесь есть еще... С номера можно дойти, я так понимаю, до пляжа. О, я уже вижу, Вика, пошли, не мочись сейчас. Не смотри. Можно помыть. Вау. Вот это вид. Ой. У меня аж мурашки побежали, мама. Это как... Здесь ты будешь, мама, лежать, загорать. Как лучше. Пойдете помочь, у нас и ножки. Как красиво. Это рай на земле. О, нет слов. Да. Нет слов. Аж глаза, я не могу открыть глаза. Такое яркое солнце и такой яркий песок, да? Белый песок, да, который слепит. А цвет воды, это что-то нереальное. Как вообще вода может быть такого цвета золота? Я не знаю. Вика. Я не знаю, как они красят такое море. Вернее, это океан. Вика! Беги! Прохлада! Ну что, разбираем вещи и срочно купаться. Срочно купаться. Невозможно устоять. Да, Вика? Да? Да. Вика всегда у нас любила дельфинов, но в основном мы их видели в обычных дельфинариях. А сегодня у нас есть прекрасная возможность увидеть самых настоящих диких дельфинов, которые живут в Индийском океане, на свободе. Ну что, Вика, не терпится? Да, нам обещали, что они будут делать сальто, еще какие-то выкрутасы. Надеюсь, мы их увидим, и нам повезет. Ну как? Далеко. Убегают от нас. Мы кругами, они вон, посмотри, кружатся вокруг. Ага, вокруг нашей лодки, да? Мы за ними, они опять круг делают. Но говорят, надо хлопать дельфинам, и тогда они приближаются, да? Смотри. Ой, вон они.
что, куда идете? Многие думают, что на Мальдивах заняться нечем. На самом деле это не так. Помимо шикарного океана, тут есть всякие спортивные развлечения. Сегодня мы идем кататься на водных мотоциклах, но Вика у нас безумно боится. Не хочу, обратно идем. Она просто никогда не каталась, она не знает, насколько это классно. Это же вот так вот быстрее, чем я. Это на самом деле наше с папой любимое развлечение водное. Да, обожаю кататься на водных мотоциклах. Это да. Быстрее, чем я бегаю, вот. Я только вот на такой скорости. Мама, как я буду сидеть? Посмотри, какая маленькая лодочка. Как я буду держаться? Как вы будете управлять? Вика, ты просто волнуешься, я все понимаю. На волнах вот У тебя девчачья, как называется? Боятельность. Да, девчачья боятельность. О, это for me. It's for papa. It's for mommy. Так, ну давай надевай. Спасательные жилеты, они необходимы, да. Потому что, да, мы... The sunglasses, you have to be careful, because if you lost the glass, we cannot take responsibility. Okay. Is it really possible maybe to lose? Maybe you might, you never know. To... Maybe you might take a turn and... It's better to take it off? It's all up to you. I never lose my glass because really? I take care of my glass. А what about head? No, this one will fly away easily. Кепка вообще без проблем улетит. А очки, я могу. You will not feel hot when you drive. А what about this? This is okay. Okay. Мама, я очки сниму. Снимай очки, да? Да, но слепит же солнце, как бы. I can keep inside though. Снять или нет? Снимем? Снимай, да. Окей, снимаем очки. Good. Yes. Да, мы не будем плавать рядом с островом, а выйдем за пределы, да? Да, здесь специальная дорога такая есть, да. Потому что здесь приземляются гидропланы. Да, здесь будем кататься. Вот тут, что ли? Да. Нет. It's okay, no shock. It's okay. No. It's a professional. Yes. No worries. По Индийскому океану на водных мотоциклах. Поднимите меня на волнах! Ну что, идите, садитесь с Викой. Да. Куда? А я одеваю водный чехол, вот этот вот. А? Водный чехол одеваю на камеру, и немножко не будет слышно. Хорошо. Идите, вот, let's go. Вика, иди. We only need the two. Я думала, все реснички мои выпадут нарощенные. Да. Фикся мокрая. Но это да, это мы когда слезали с водного мотоцикла. К воде никогда не подойду. Ну расскажи, как тебе? Никак. Никак. Все, убежала. Убежала. На самом деле очень классно. С Викой сильно не получилось разогнаться. Потом мы ее посадили к инструктору. И с моим мужем. Сколько мы километров в час? Ой, не знаю, 80. Я на максимум просто. 100? О, это был мощный отрыв. Вик, ты видела, как мы гоняли, на какой скорости с папой? Ой, я за глазами была. Не смотрела, что за нами? А вы там что, с инструктором играли? Камень-ножницы. Камень-ножницы бумага не играли, да? Пока мы катались. Я еле поняла его. Да, но он на английском разговаривал. А я вообще не знаю, он по знакам руки показывает. Хочешь еще покататься? Мы тебя оставим в детской комнате, а с папой пойдем. Точно. Потому что я еще хочу. Я тоже. У тебя волосы дыбом стоят. Папа, ты не пойдешь. У тебя прическа дыбом, как у кошки. Как у кошки? Мокрой кошки? Hello. Hello. После экстремального путешествия, скажу так, надо подкрепиться мороженым. Здесь в отеле угощают мороженым. Это достаточный размерчик для вас? Вот. О, не, маленький. Смотрите, есть шоколадное, есть киви, есть банановое, есть клубничное, кофейное. Чоколад. Кап? Да, он спрашивает, в стаканчике или в вафельном рожке? Я в стаканчике.
всегда. Все время в стаканчике. Ну как? Bye-bye, baby. Bye-bye. Пока. Давай на гамак. Обалдеем. Покатаешься? Нет, он песочный. Что значит он песочный? Песке. Залезай. Ты же еще не видела. Залезай, я тебя покачаю. Он что-то распускается немного. Залезай. На тебе в придачу мороженку. Развернись туда, не так будешь лежать. Он мокрый просто немножко. Мы, кстати, в восторге от своей виллы. Сейчас она вам... прям на море. Она даже прям на море, да. 10 шагов не успеешь сделать, как уже вот тут вот. 15 метров, вот наш лежак шикарный. Это Вика сегодня ракушки собирала. Огромного единорога папа нашел. Ох, единорога. Вот я смотри, сердечко нашел. Вот она, вот этих называют единорогами. Классная. Да? Угу. Здесь у нас бегают геккончики маленькие, красивые. Ой, а я все вспоминал, как их зовут. Геккончики же, да. Точно. И вот вот сразу наш домик. Да, и цветочная потрясающий дорожка. Потрясающий домик. Цветочная дорожка, да. Только они уже погибли. Дорожка усыпанная тут. Лепестками, да. Какие-то цветочки. Они каждый день уже падают. Вот, здесь мы моем ножки. Я первая. Давай моем. Заходим. Тут у нас, кстати, два входа. Ой, тут прохлада. Кондиционер работает на славу. Мы приплыли охотиться на акул. Не приплыли, а приехали. Да, мы приехали, а мама приплыла. Вон у нас мама плавает. Я во все оружие, я готова. Да, готова? Камера. Сейчас главное дождаться акул. Да, но мы будем тебе помогать. Сверху будем говорить, где акулы. Да, сверху очень хорошо видно, где акула плывет. А ты будешь их ловить. Они пока вон там далеко. Аж три штуки. Вон одна, да. Там. Три штуки? А там стая рыб. Вот, сзади, сзади, сзади. Вот, 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 вот. Быстрее, быстрее. Где? Включай. Где? Прям 5 метров. 5 метров. Где? Куда направлять? Вот сюда левее. Вот, давай сюда, 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 сюда левее. Включай камеру. Все, молодец. Левее, 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 левее. Видишь, видишь? Все. Мне кажется, еще больше. Прям под мостиком плывет. Получилось снять? Да. Да? Да. Тебе плывет. Вижу. Отвернулась уже. Сзади еще одна. О, сзади три акулы. Че, куда смотри? Быстрее поворачивайся. Вот прими привон. Фу, ты прямо плыви. А, вижу, пятно, да. Ныряй. Там три сразу к тебе плывет. Вижу. Сразу три штуки. Еще левее. Семейство акул. Тут знаешь, как их много? Или это те же самые все? Их, не знаю, их очень много. Еще разочек нырну и все, больше синего. Давай. Сейчас самая жирная акула тебе попадется. Давай, я готова.